зеленый, сука! Блять! Охуенно! Просто заебись! Куда ж еще тут пойти-то можно, кроме как не на... Вася, давай! Всем рандон-дон, леди и джентльмены, с вами вновь Sony, а также Need for Speed Shift 2 Unleashed. Мы тут сидим в платформе, но она в этой игре не заработала, к великому сожалению. Я пытаюсь решить этот вопрос, но я так понимаю, что это будет практически нереально. Ну ладно, господа. Так, где поедем-то сегодня? У нас Modern A, у нас Muscle Car, у нас там что-то по классике, у нас тут столько всего интересного, но хочется, наверное, в Modern A, потому что эти гонки реально очень хороши. Нордшлейфе 24 вызов мастеров. Ну что, поехали. Мы на первом месте, говорят, но мы проедем еще разочек. А, это Нюрбургринг, я так понимаю, будет типа знакомство, да? Shelby GT 500 нам дают. Очень интересный автомобиль. И всего тут будет 4 этапа, насколько я вникаю. Да, замечательно. То есть типа изучение трассы. А, и будет полностью трасса Нюрбургринг. Если честно, я не думаю, что это должно быть... Ага. Текущая машина, надо тачку купить, да? Я предлагаю купить что-то новое, что-нибудь под Бугатти, Нюрбургринг, идеально. Так, Кёнигсе, слушай, ну тут я смотрю такие машинки весьма злые. Поршик, я на вот этом залу Порше 918 уже гонялся, кстати. Я не помню, насколько он был хороший. Нет, Пагани, Кёнигсе, Гумперт, Аполло. Как его там, Гамплет, да, называю? Так, на чем ехать-то? Ох, ебать, ну и цены. Вы вообще там озверели, что ли, за вот это вот Пагани столько бабок? У меня столько денег нет, на самом деле. Слушай, Кёнигсек дешево и сердито, да, хотя Поршек побаще с виду, но мы на Поршеке катались, а на Кёнигсек, пацаны, сегодня у нас будет. Страдать так страдать, единственное, что я предлагаю его настроить или нахуй надо? Нахуй надо, мы будем страдать. Берем стоковый по настройкам Кёнигсек. И помчали на Нюрбургринг. Но здесь Нюрбургринг, по идее, нам должен даться как-то не особо сложно. Хочется верить, по крайней мере. Зеленый ад. А, это гонка? Да, это гонка, пацан. Я думал, это хот-лап. Ну ладно. Ну как бы вы поняли. Удачи вам, ребята, счастливого пути, а у нас, как всегда, с рулем. А ты заебала меня, сука. Ну что, мы вновь возвращаемся. Ой, у нас Кёнигсек на механике, пацан. Блин, реально он убирает руку, она на механике. А, едь, либо там секвентал только палкой, но я еду типа на механике. А, сука! Вася! Передержал передачи, пиз, он валит. Да съебись ты! Чё говно! Да да вы заебали выпихиваться! Need for Speed'ы хреновы! Это катастрофа, а не старт! Ебнутые гонки! Я еще решил включить вертикальную синхронизацию, чтобы перестать ебать вас в глаза, так сказать, простите уж за откровенность! И у меня появилась задержка на руле. Поэтому у нас сплошные проблемы. А еще проблема, что я не представляю, как вот эта кодла здесь сейчас пройти. Что-то эта гонка не такая уж и простая, как я рассчитывал. Забавно, здесь на траве можно оттормаживаться. Вася. Так, все, пиздец. Я сейчас пройду тут пол пелетона. Вот так. А? Как я придумал? Блин, видимо, не очень. Тормозим. Открываем газюльку. Да хват! Конечно, Нюрбургринг здесь формально похож на Нюрбургринг, если честно. Ну ладно, уж как есть. Гребаный зеленый ад. Я так понимаю, что где-то уже скоро финиш будет, да? Здравствуйте. До свидания. Блин, как бы это проехать-то? On,
Чё-то стартанули как-то. Теперь бы угнаться за вот этой поганой штукой. Сейчас мы ее на торможении отодрем. Надеюсь. Инфа не проверена. Вася, все. А теперь не спешим. Или спешим? Что-то он там так борзо, где он? Ну, сука! Чё, сышь? Блядь. Ты от меня ноги повытирал, падла. Я ж тебя сейчас вынесу. Чё это за яма там была? Её тут нет на Нюрбургринге. Я думаю, что машину там так это расколбашивает? Оказывается, там яма. Вообще ее там нету, если что. Ну и вообще на таких машинах по Нюрбе в гонках не участвуют. Так, максимум тайм-атак и то, блядь. Какой долб***ё в здравом уме и согласии выкатит Кёнигсик на зеленый ад. Блядь. Да хорош! Так, пацаны. Заебало. Здесь жесткое торможение, хотя оно таковым тоже быть не должно. То есть Нюрба как бы вроде упрощенная, да что-то не хуя она не упрощенная. Передержу педерачу. Как его колбасит влево и вправо. А надо будет же целый круг проехать тут. Ага, в очко. Постучи себе, блин, трава. Где там финиш ваш? Да заеб... Здесь тоже все не так извилисто. Передерживаю. Так, не спеши, мы сюда еще не приезжали сегодня. О, как тут зелено-то, а? И уютно. Прям уютный зеленый ад. Как бы это странно не звучало. Вот здесь что? Че, через плечо пиздрулю, сейчас резку дадут. Раздуваемся. Не, не хуяшеньки. Great job, my man. Great job. Влево-вправо. Вот тебе и Кёнигсик. Мы только начали, я уже что-то, по-моему, закончил. Hey, ребята, если вы ищете удачные стартапы для вложения денег целью получения прибыли, то я рекомендую обратить внимание на компанию Avalon Technologies, в которую лично я инвестирую уже довольно длительное время. Деньги должны работать и приносить прибыль. Один из главных лозунгов компании Avalon Technologies. С этим на самом деле очень сложно поспорить. Компания — это инвестиционный проект, который позволяет зарабатывать довольно-таки внушительному количеству людей. Вот такое количество инвесторов насчитывает на данный момент Avalon Technologies. И очень круто, что сюда можно инвестировать даже небольшие суммы, вплоть до 100 рублей. Здесь, кстати, очень удобный калькулятор доходности, с помощью которого вы можете подсчитать прибыль с того или иного тарифа. Обязательно рекомендую им воспользоваться. Компания инвестирует во всевозможные направления: игровые, криптовалюту, спортивные и многие другие. В описании я оставил ссылку, перейдя по которой вы можете ознакомиться со всей информацией, как это все работает и куда инвестирует компания. Также здесь вы можете увидеть документы компании, а также отзывы от пользователей, которые так же, как и я, здесь получают доход. Это мой личный кабинет, и у меня сейчас активна инвестиция на 222 тысячи рублей. 1 октября она отработает, и когда она отработает, чистая прибыль составит свыше 100 тысяч. Но вот на данный момент за 19 начислений вот такая цифра уже заработана. При этом компания позволяет выводить потом заработанные средства на разные кошельки. То есть в этом плане все достаточно гибко. А еще компания предлагает партнерскую программу, то есть вы можете создать свою ссылку и зарабатывать с тех людей, которых вы будете привлекать по своей же ссылке, получать 5% от прибыли тех людей, которых вы привлечете. Ну, в общем, я зарабатываю с компанией Avalon Technologies уже более года и всем рекомендую. Если вас заинтересовало данное предложение, то ссылку вы найдете в описании. Да, господа, а теперь у нас часть вторая, я так понимаю, и это следующий эпизод. Так сказать, и он уже будет определенно повеселее, потому что поворотов здесь сильно больше. Север. Карусель, кто успел, тот и сел. Вот и весь он, ваш веселый карусель. Поехали.
А чё это я-то приехал в лидеры, а меня засунули уже на третий ряд? Карусель где? Дальше, да? Так, мы девчонки. А, понял. Трава, трава. Гумперт, ёбный ты поц. Или я поц, который проебал точку торможения. Я не знаю, кто поц, но кто-то точно поц. Надо что-то с этим безобразием теперь делать. Бля, где тут обгонять? А, тут будет где обгонять. Карусель. Он сказал карусель, значит... Притормозимка. Притормозимка, бля. Держись, Кёнигсик. Значит, будет у нас прямая. Так, чтобы Кёнигсик показал всем, кто здесь папа в здании. Ибо, по идее, Кёнигсик тут самый ебнутый по мощности пипелац. Вот сейчас попробую на торможении. Или не попробую. Ты ж не смещайся, дядь. На, пошел. Это так не работает здесь. Так. Yes. Охуеть! Офигенно, просто заебись. Моя ошибка была то, что я вылез здесь на траву. Да. Заебись, плясали бабки. Здесь обычно на газпол все пролазят адекватные люди на адекватных машинах. Но мы неадекватные, потому что мы играем Need for Speed. И Кёнигсек на петле уж точно я не могу назвать адекватной машиной. И, блядь, самое веселое, что я не могу догнать эту ебучую погань. Опа, он ошибся. Главное за ним не поехать, там не повспахивать поля. Пизда, по траве я его догнать не могу. Кто здесь папа в здании, я не понял. Я иду. Я иду! Ручника зацепил, не сработал, слава тебе, Господи. Как раз за каруселью. Весь пиздец, блядь. Тормози, тормози, тормози. Хоть тормоза завезли в это ведро. Ай-яй-яй, съебись. Так, и вот самый тот поворот. Кто успел, тот и сел, блядь. Где тормозить тут? Спокойно, спокойно. Блядь. Давай в турболаге. Да. Нет! Да какая задняя на... Ебал я в рот вашу эту, блядь, погань. Честное слово. Просто ебал в рот. Фу, блядь, что-то я употел. Не, нихуя, мы едем переиграть. Сука, тварь. Как еще можно описать этого упыря? Надо разорвать ему очко. Просто разорвать. Фу. Ты готов, сучина? Green light. А сколько кругов потом будет гонка? Один круг, надеюсь. Что-то старт не такой веселый в этот раз. Больше, больше на газ давим. На низах, по крайней мере. Опа, папа. Так, ребята сейчас там уберут друг друга. Ну, либо я им помогу. Воу-воу-воу-воу-воу. Опасно. Там уезжает этот... Да, блядь. Проебал старт называется. Ебись теперь с этими ребятами. В очко их всех, в очко. Все, все. На, с пляжа. Давай, Вась, да не надо заднюю. Сонечка, остановись. Все, выключай двигатель, блядь. Приехали, хлопцы, выгружаемся. На все бабки пушу. Так пушу, что, блядь. Что пушилка закончилась. Прямая, пошли. Нам надо до карусели их обгонять. Бля, они так далеко уехали. Кёнигсик с этим турболагом ебнутым, конечно.
сосет тут. И очень длинная шестая, очень длинная. Бля, я не смог. Так, пацаны. Сука! Тварь! Огнетушитель несите. Давай! Блядская погань, ты чё такая реактивная? Да она ж не едет так на самом деле. А, блядь! Фу, я заебался, ребята. Можно водички. Не проебать старт, не проебать старт, не проебать старт, не проебать старт. Просто не проебать старт. Не проебать старт. Вот только, блядь, догнать не могу. А вот пошел, пошел, пошел. Ну ты, падла, блядь, не е... Need for speed, ебаные. Нахуй, нахуй. 300 метров. Ра-та-та-та-та, погнали. Не надо, блядь. Залупендра на колесах. Кристиан фон Кёнигсек, чтоб тебе икнулось, блядь. Хотя он-то не виноват-то, нихуя. Что разрабы делают из его машины, хуй пойми чего, блядь. Рулись! И едьте все уже. Опять два гандона впереди. Вот и как вас обгонять? Как вас обгонять? Вы что-то на всю трассу, нахуй. Пошел! В очко пошел! Куда ж еще тут пойти-то можно, как не то, кроме как не нахуй! Ох, вы меня заебали, ребята! Я не знаю, как тут обгонять этих долбоебов. Поехали. Внешка! Да блядь! Заебало. На с пляжа! Ра-та-та-та-та! Ты готов, дружочек мой, говнистого цвета? Иди сюда, не уйдешь все равно. Пошла горячка. Ах ты, блин, ты тормозишь интенсивно-то, падла. Опа-па! Да я не знаю, как их обогнать! Это просто нереально, блядь! Я не могу без контакта просто взять и проехать чисто на хуйне, которая, ну, вообще не слушается руля.
Я пытаюсь, честно. Наступаем. И я точно, никогда не отрывая руки с руля, еду получше. Однозначно, да, блин. Спокойно! Зеленый, сука! Включай буст, падла! Он сейчас нужен! Вася, давай! На, беги! Не на траву, не на траву, пожалуйста. Ты мой засранец неуправляемый, давай. Чё-то я остоебонькался, ребята. Давай на первую, может... Давай без давай, давай без давай, давай просто доедем, вот просто доедем на... Всё. Feels good to be a winner, doesn't it? Неужели я это сделал? Фу, блядь. Так, ребята, на этой веселой ноте эту серию мы подводим, таки подытоживаем, так сказать. Это была лютая жопа, но впереди жопа продолжается, потому что нам надо проехать еще третий сектор. И я не знаю, будет ли чит... и потом всю трассу, да. Так что, то ли еще будет. Не забудь прожать лайк под этим видео, потому что я охуеть как старался... И подписочку с этим колокольчиком сраным, чтоб не пропустить то, что будет происходить в следующей серии. На сегодня у меня все, с вами был Сони. Всем пока, ребят. It's a non-stop battle. A battle with your fear. A battle with the course. And a battle with the other drivers. The power and speed playing you in the seat. It's the best feeling on earth.